Участники Евромайдана заподозрили мужчину в краже денег из шкатулки с пожертвованиями в поддержку евроинтеграции и пытались совершить самосуд над ним, заявили в МВД. По данным милиции, 31-летний потерпевший, который приехал в столицу из Ивано-Франковской области для участия в протестах, рассказал, что в украинском доме группа активистов начала его избивать и требовать 14 тысяч гривен, заподозрив в краже денег. Когда мужчина сказал, что не брал деньги, ему связали руки, втолкнули в автомобиль и вывезли под мост на улице Набережной Луговой. Там его продолжили бить и требовать возвращения средств, отметили в ведомстве. По подозрению в совершении правонарушения задержаны 4 митингующих. Открыто досудебное расследование.